Как сберечь здоровье с помощью спорта, рассказали ученикам школы номер 44 станицы Северской. Здесь прошел открытый урок физкультуры для пятиклассников. Провела его тренер-преподаватель по спортивной акробатике Диана Горохова вместе со своими учениками из ДЮСШ. Юные гимнасты продемонстрировали школьникам свои умения. Затем ребята дружно сделали разминку и вместе выполнили ряд упражнений. Большое внимание уделили технике и грамотному исполнению каждого элемента, ведь в спорте это имеет огромное значение. Подобное мероприятие прошло в школе впервые. Оно организовано в рамках проекта «Здоровье сберегающие технологии», который направлен на формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения. В этот раз в открытом уроке поучаствовало около 90 учеников. Ребята получили огромный заряд бодрости и положительных эмоций.